Здравствуйте, меня зовут Павел Алексей, и я учусь на радиотехническом факультете. Наноинженерия – это самое высокооплачиваемое направление в сфере высоких технологий. Мы изучаем экспериментальные методы наноматериалов, такие как электронная и зондовая микроскопия, рентгенструктурный анализ, технологические процессы, процессы производства наносистем, инфракрасную спектроскопию. Учимся проводить компьютерное моделирование наносистем. Диплом политеха поможет мне стать востребованным научным сотрудником, медицинским физиком, преподавателем или инженером. Работать я смогу в Омском научно-исследовательском институте приборостроения, Российской медицинской академии, Омском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук, научно-техническом комплексе «Криогенная техника» или в других крупных организациях нашей страны. Работай с точностью до нанометра.